Опасность может подстерегать в любой момент, даже если ты просто вышел на улицу. Скользкие тротуары или игнорирование элементарных правил безопасности – эти и многие другие факторы стали причинами получения травм березняковцами в начале 2019-го. За 10 праздничных дней в местный травмпункт обратили за медицинской помощью 558 человек. Ледяные гиганты весом в десятки и даже сотни килограммов на крышах домов. Вот что волновало жителей Березняков в начале января 2020 года. Тогда наша редакция даже составила свой черный список самых опасных многоэтажек. В него попали десятки домов. Потемина 6А, Черняховского 36, Юбилейная 141, Ломоносова 86, Свердлова 144 и Челюскинцев 19. А вот послепраздничные будни прошлого 2021 года прошли следующим образом. В поселок Яево вышел медведь-шатун. Мишка не набрал достаточно жира для зимовки и не смог уснуть. Наша телекомпания выехала тогда на место. Местным жителям рекомендовали не выходить на улицу во избежание опасности, а школу и детский сад даже временно закрыли.